Ролеты подняли, пора за покупками. Международная сеть магазинов «Юск», в которой можно найти все для дома, добралась и до Бобруйска. Место прописки – Минская, 133. Масштаб впечатляет – 2000 квадратных метров. Вашим услугам 18 профессиональных консультантов. Не успел магазин начать работу, как первые клиенты уже проникли во все отделы. А посмотреть есть на что. В ассортименте «Юск» более 1000 наименований товаров для обустройства дома. Постельное белье, подушки, пуховые одеяла, текстиль для кухни и ванной комнаты, мебель для дома и сада, светильники, свечи. Большая группа новогодних товаров. Здесь и взрослые покупатели найдут что-то для себя, и маленькие. Елки, гирлянды, декоративные подушки, рождественские игрушки. Цены не кусаются, скидки до 45%. И пока одни осматривались, другие зря времени не теряли. Вовсю заполняли свои корзины. Очень нравится. Давно ждали открытия. Очень большой выбор. Купили подушку, одеяло, постельное белье. Цены очень хорошие, приятные, не высокие. Предоставить каждому товары хорошего качества – это главная миссия «Юск». Место его рождения – Дания, поэтому бренд приверженец скандинавских традиций. Эти принципы находят свое отражение в манере ведения бизнеса. «Юск» предлагает широкий выбор товаров, которые могут создать атмосферу уюта в вашем доме от входа до спальни. Много очень товара, много очень скидок. И, в общем-то, цены приемлемы для того, чтобы приобрести. Осталось только получить деньги. Вот. И приобрести это все к Новому году. То есть это будет и подарок кому-то, и приятное, в общем-то, воспоминание о том, чтобы открылся рядом магазин. Ежедневно магазин предоставляет около 1500 товаров на скидках и на акциях. Развитие идет по плану компании, то есть в крупных городах Беларуси открываем магазины, там, где востребовано для покупателей, есть определенное количество населения. То есть и Бобруйск, соответственно, является тем местом, где мы планировали открыть магазин. Творческим личностям магазин тоже придется по вкусу. Холсты, мольберты, кисти. В общем, нужно спешить, пока все не разобрали. На носу ведь рождественские и новогодние праздники. Приходите на Минскую, 133. С 10 утра до 8 вечера. «Юск» – скандинавский уют по белорусским ценам. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.